Короче, нашла Женя кремниевый наконечник. Теперь все идем и тупо всматриваемся в землю. Амфора. Что? Амфора? Это такие вот. Кусочек, да? Да. А, здорово, я еще что-то маленький бачу. Кусок амфоры. Ну, такое не берем. Вообще... Ой, тут ключица надо. Ключица прибора? Не знаю. Короче, вбиваем точки в телефон. Друзья, очень хорошая вещь, Google карты. И вбивайте точки, где что-то нашли интересное. Ставьте точку, подписывайте ее. И будет, ну, класс, короче. Потом ориентироваться, где у вас были находки. Рекомендую. Я уже показывал на некоторых видео, как это выглядит. Ну, давайте сейчас, может, покажу. В принципе, смотрим, ребята, как это все работает. А ну, Жень, подержи телефон, камеру. На красном только показываю. Ну, не, я на... А? Что? Здесь. То есть берем и ставим точку. Сохранить. Вон, видите, кремниевый наконечник. Нажимаем сохранить, помеченные места, готово, а потом опять на эту же точку нажимаем и добавить ярлык. Подписать, допустим, керамика, амфора, все, керамика, амфора, и сохраняем. Все, наша точка добавлена на карту. Вот такие вот дела. Рекомендую. Угу. Пошли. Идем, догоняем.